Глаза открываю, надо мной нож. Чеченец, который рядом лежал, узнал, что рядом с ним русский офицер лежит. Взял нож и начал меня ножом резать. Виктору вновь спасли жизнь. Чеченская медсестра и чеченский врач Резван. А на 13-й день боевики неожиданно отпускают его и еще нескольких пленных. Давай, ребята, давайте, больше не приезжайте, гости только приезжайте. До своих капитан добрался, а дальше операция за операцией, несколько месяцев подряд. Днем к нему возвращались воспоминания о тех днях, а ночью начинались сны. Сны, в которых его машину вновь подбивали, в которых гибли его товарищи, а Виктор вновь попадал в плен. Я сейчас вот думаю, ну, если бы не эти два хохла и не эти два чеченца, меня бы сейчас уже не сидел бы, я с вами так не разговаривал. Получается, что наоборот, они мне жизнь спасли.